Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ Фаберлик по 12 каталогу. Много-много-много интересных новинок, оставайтесь со мной до конца. Заказ у меня вышел на 50 баллов практически ровно. В заказе была девчонки сковорода гриль, она лежала отдельно от основной упаковки. Ну, мне так выдали, да? Хорошо, добротно упаковано, чтобы в дороге нигде не поцарапалось, да? И это у нас терракотовая сковорода гриль. Так, тут даже, кстати, подписано все, вот, да, все хорошо. Так, артикул ее, девчоночки, милые, 119,97. Это не мой заказ, у меня увидела знакомая, сказала, все, хочу, хочу именно такую. У меня уже есть сковорода, не гриль, обычная, в цвете, по-моему, авокадо. Вы просили меня оставить отзыв, как она себя ведет спустя месяцы, поэтому в следующем влоге, где с вами, наверное, будем тестить новиночки Фаберлик, я вам покажу, как ведет себя сковорода через 3 практически месяца, да, и также доска для резки, вы тоже просили отзыв, просили ее показать, все покажу. Так, давайте распаковываться. Девчонки, еще возникали вопросы тоже в комментариях, что выдают на пункте выдачи распакованные товары. Не имеют делать пункты выдачи права такого. Они могут вместе с вами, при вас, распаковать коробку и проверить ее содержимое. Если вы приходите, у вас уже открытая коробка, можете смело писать жалобу на этот пункт выдачи в обратную связь. Я не проверяю, я своему пункту выдачи доверяю. Поэтому вот так, девочки, все упаковано, все лежит. Сейчас будем с вами рассматривать. Так, ну что, давайте в хаотичном порядке. Достаю два кондиционера. Первый раз в жизни, девчонки, беру детский кондиционер из линейки детской, да. Слышала, что его нахваливают. И чтобы сыграла акция, да, у нас в этом каталоге при покупке двух хорошая цена. Я взяла вот такой детский на пробу. Он гипоаллергенный, без отдушки и красителей. Но девочки говорят, что он делает белье безумно мягким. Нет, отдушка у него есть, написано без отдушки. А, гипоаллергенная отдушка. И отдушка очень, кстати, приятная, нежная, вообще класс. Артикул 115-16 в обзоре каталога или в пустых баночках вам обязательно расскажу, насколько он хорош. И взяла свой любимый... Куда это мы с вами уехали? И взяла, девчонки, свой любимый вот такой вот ароматерапия с органой. Вы мне тоже писали прям хорошие такие хвалебные отзывы. Понравился аромат, мне тоже понравился. 118,54, наверное, раз четвертый уже его беру. Обалденный вообще аромат. Мне безумно нравится, как пахнет от белья, прям каким-то таким вкусным, изысканным парфюмом. Так, поехали дальше. Взяла себе водный спрей-освежитель с ананасиком в этот раз, девчонки. Люблю его, мне нравится. Сладкий такой ароматик, ананасик. Химозный, но все равно нравится. Сладенький, прикольный на лето. Сейчас не хочется брать что-то такое тяжелое, хотя есть более стойкие освежители у Фаберлик, нежели вот этот ананас. Ананас у нас 118,11. Они безопасные, они водные для животных, для людей, для детей. Есть от детей заглушка такая плотненькая, чтобы они не баловались, да? А так классный аромат, мне очень нравится. Дальше, девочки, взяла новинки из линейки La Creme. Это у нас гель для душа, это у нас молочко. Мыло и целых два мыла. Крем для тела брать не стала, потому что и так их у меня слишком много. Одно мыло мое. И сейчас мы с вами его протестируем. Но я не скажу, девчонки, что это мед. Сделаем вот так. Я не скажу, что это мед с молоком или со сливками. Я вообще не пойму, чем пахнет. В общем, с кокосиком и с миндалем лучше пахнет однозначно. Какой-то приторный аромат. Я не могу, девчонки, даже описать вам, чем он пахнет. Может быть, есть какой-то химозный отголосок меда, но не более. И он ненавязчивый, и слава богу. Ну, ладно, ничего, нормально, нет. Он какой-то странный. Это не мед, это какой-то сладкий аромат, и он еле уловимый, он не сильно прям бьет в нос. Давайте посмотрим, как в геле для душа. Абсолютно то же самое. Да, один в один. Но чуть-чуть поярче, чем у мыла, девчонки. Так что, я не знаю, смотрите, медом здесь не пахнет. И мне больше нравится миндаль и кокос. Может быть, кто-то оценит этот аромат, но я повторять точно не буду. 25,81 мыло и гель для душа у нас 25,80. Еще у меня в заказе, девчонки, два вот таких парфюмированных дезодоранта. Это инкогнито, 3508 артикул, инкогнито, классный аромат. Заказала у меня знакомая, пшикать разрешает, не волнуйтесь. Классный аромат. Мне очень нравится инкогнито. Один из
лучших ароматов Фаберлик, интересный, но не мой, нет, не мой совершенно, поэтому никогда себе его не брала. Но он интересный, он достаточно стойкий, я бы не сказала, что многогранный, он вот какой есть в начале, такой, как правило, есть до конца на вашей коже или одежде. У меня знакомая любит вот именно такие дезодоранты Фаберлик, в этом каталоге акция на инкогнито, и поэтому взяли именно его. Дальше, девчонки, вот такие два наборчика, снова Фаберлик появились бритвенные станочки. Вот так выглядят упаковочки. И здесь у нас три станка с тремя лезвиями. Это не мои станочки, поэтому открыть не могу. Но вообще интересно было бы сравнить, потому что я уже попробовала станки от Avon. И интересно было бы посмотреть в работе на эти. 99,84 я себе в следующем каталоге, девчонки, все равно обязательно возьму. Возьму, протестирую. А выглядят они, кстати, очень-очень, девчонки, добротно. Прям вот добротно. Такой плотный, толстый пластик. Прорезиненная, по-моему, ручка. Да. Выглядит очень добротно, не дешмански совершенно. Плавающая даже головка, девчонки, с добавлением алоэ. Вообще просто красота. Хорошо сделаны они, прям хорошо. Вот. И у знакомых своих тоже спрошу, царапают, не царапают, потому что мне тоже стало интересно. Я прям пожалела, что не взяла себе. А себе я взяла дезодорант антипреспирант. Вот такой вот розовенький, 48 часов защиты. Сейчас у меня голубой заканчивается. Этот чистота лотоса. Артикул его 2242. Мне очень нравятся в последнее время эти дезодоранты. Я, наверное, практически год пользуюсь уже только ими. И нравятся абсолютно все ароматы. Они ненавязчивые, но в то же время приятные. То есть их можно почувствовать от тела, скажем так, да, из-под мышки. Они чувствуются действительно. И перебивают, скажем так, запах пота, но я сильной потливостью не страдаю, прям такой, чтобы вонять там ходить, и мне нужны были какие-то сильные средства, но, тем не менее, вот этот дезодорант на сутки меня защищает, на 48 часов нет, здесь нет спирта, и это как бы ценно. Фаберлик вообще за это люблю, что тут практически нигде нет спирта, слава богу. Следующий продукт – это красочка Фаберлик Эксперт Колор. Нет, девчонки, я краситься не буду, это моей знакомой. Мы с ней решили взять оттеночек 405, она попросила стойкую краску, которая хорошо закрашивает седину, и, конечно, это Фаберлик Эксперт Колор. Так, извините, смотрите, клеит, извините, перчатки в комплект не входят, теперь он без перчаток. Артикул 18033, очень жалко, конечно, имейте в виду, девчонки, краски, Фаберлик, все теперь идут без перчаток, то есть лучше сходить в аптеку или фикс прайс и купить себе упаковочку перчаток, а то придет вот такой нежданчик, вы прям соберетесь краситься, знаю, у многих девочек так уже было, а там внутри перчаток нет, опа-на. Краску эту люблю за стойкость, за то, что действительно закрашивает седину, классная краска, за 100 с чем-то рублей вообще огонь. Взяла себе вот такой вот порошочек универсальный. Это у меня альпийские луга. Нравится, как пахнет, и горная свежесть, и альпийские луга прям люблю. Артикул этого 322, сделано в Германии. 800 грамм приравниваются к 3 килограммам обычного порошка. Экономичный, хорошо отстирывает. Мне все сейчас в нем нравится, в обновленной версии, девчонки. Старые мне вот не зашли, а новые зашли. И еще есть один лайфхак для тех, у кого слишком жесткая вода, как у меня, как ими стирать. Меня научила одна подписчица, и я как-нибудь вам обязательно в ближайшее время постараюсь снять коротенький ролик, как пользоваться порошками Фаберлик, чтобы они отстирывали, потому что они предназначены, они сделаны в Германии, не для нашей воды, не для такой жесткой, жуткой, как течет из наших кранов. И стирать немножко нужно по-другому. Есть небольшие хитрости. И я обязательно сниму на эту тему ролик, девчонки. Порошки классные, гипоаллергенные. Меня берет его постоянно знакомая тоже, которая астматик и жуткий аллергик. И только с этим порошком у нее все прекрасно. Дальше, девчонки, новиночки. Я взяла из линейки Арису. Если Япония, наверное, Арису, да? Вот таких два продукта. Первый – это шампунь питательный Сакура. И у нас Сакура – питательный бальзам для волос. Я уже смотрела обзорчик, кстати, у Оли Рогалевой. Нет, не у Оли Рогалевой, но она тоже говорила, да? А у кого-то еще, в общем, девчонки, смотрела. И все пока их нахвалят. Ой, какой классный запах. Говорят, что они пенятся не очень хорошо, потому что здесь не во всех, но практически во всех надо смотреть составы. Нет СЛС, нет парабенов. Девчонки, запах обалденный вообще у розового. Такой нежный, такой крутой вообще. Класс! Будем с вами в следующем видео во влоге обязательно тестить все новинки и шампунь в том числе. Бальзам приходит вот так запаянный. И он также пахнет. Девчонки, мне напоминает... А, здесь лотос, а не сакура. Вот этот дезодорант по запаху.
Да, действительно. Артикул бальзама 7724, артикул шампуня 7721. Девчонки, на момент, когда я делала заказ, а делаю я его в первый день действия каталога ранехонько с утра, уже не было того шампуня, который я хотела, черный, по-моему, очищающий какой-то там с глиной, не с глиной, да? А его уже не было. Поэтому вот что успела, то схватила, и этому как бы рада. Будем с вами все тестировать. Знакомая заказала пасту 200+, берет ее уже тоже не один год, девчонки. Это Faberlic Expert Pharma, космецевтика, лечебная косметика, скажем так. Артикул ее 16-33, мне эти пасты не подходят, у меня повышается чувствительность. У нее нет, она берет и счастлива просто. И из линейки Expert Pharma также она берет уже тоже не первый год. Вот такой вот восстанавливающий крем «Комфорт». Артикул его 1665, девчонки, это гипоаллергенный уход, это вот та самая знакомая, которая аллергик, астматик, и вот этот крем вызывает у нее дикий восторг, он очень хорошо ухаживает за ее возрастной кожей, она прям довольна и пользуется только им, и ничего другого не хочет. Я тоже брала такой крем, он у меня был, я им пользовалась, да, действительно достойный крем. Я помню, брала его на зиму, он спасал меня от шелушений, он действительно для чувствительной кожи, он спасал меня от шелушений, и он еще круто, девчонки, выравнивает тон, да, да. Классный крем. Так, дальше остались одни новинки. Спонжи, девчонки, вообще интересно, конечно, безумно интересно. Косметический спонж 3 штуки. Мы обязательно сейчас с вами его вскроем. Но потестируем тоже во влоге. Ножницы пока не вижу. Куда-то они запропали, как всегда, когда нужны. Вскрыла. Я так понимаю, мы должны будем с вами их размачивать, да? Смотрите, какой прикольный. И ими пользоваться. Мы обязательно, девчонки, это сделаем во влоге. У нас с вами будет такой он уходовый, потому что здесь у меня в заказике еще ночная маска-желе от BioGlow. Вот так выглядит коробочка. Мне вообще линейка BioGlow очень понравилась. Артикул 1306. Я хочу сравнить ее с масочкой Weekend. Коробочка классная. Это, конечно, пластик, но все равно так симпатично, оранжевая. Так, здесь у нас, девчонки, крышечка. Ой, он правда желе. Смотрите, как он трясется. Видите? Сейчас вытечет. Прям такое желе-желе. Он слегка желтоватого цвета, вот такого вот. Вот. Запах, как у всей линейки BioGlow, приятный. Одушка не резкая. Ой, девчонки, смотрите, как слайм. То есть, чтобы его набрать, надо постараться. Он как будто размазывается, да? А вот кусочек, видите, взялся на руку. Прикольно, слушайте, вообще прикольно. Сейчас попробуем с вами на руку. Разносится и сразу на коже тает, да? Все, растаял. Аромат цитрусовый. Когда наносишь на кожу, он приятнее, чем из баночки. И все, девчонки, водичка впиталась. Все. Запах действительно какой-то мультифрукт. Знаете, сок такой мультифрукт. Вот пахнет так же. Приятная душечка. Она быстро, кстати, пропадает с кожи. Все, крем моментально впитался. Непонятно, вообще непонятно то, что это легкий продукт однозначно. Это легкий продукт для жирной комбинированной кожи 100% подойдет. Ну, вообще, как бы увлажнение есть. Увлажнение есть. Будем пробовать с вами, девчонки, будем тестировать. Мне очень интересно. И последние три новиночки, которые многие из нас ждали. Это линеечка Faberlic Expert. Вот такая вот коллекция, которую я тоже, девчонки, обожаю. Я взяла все три продукта по скидочке. Когда берешь три, они, по-моему, выходят у нас 900 с чем-то рублей. Роллинг-гель для очищения пор. Всеми любимый, который круто очищает поры. Это скатка, которая просто вычищает ваши поры на ура. Обожаю. 78-81 артикул. Кто не застал раньше этот продукт Faberlic, это по типу того, что сейчас у нас есть в линейке ICU, только там скатка с частичками, то есть еще и гамаш, а тут без частичек. Наносим, несколько минуточек ждем, пока растворит скатка загрязнение в порах, и начинаем все лицо вот так вот скатывать. Мы с вами все проделаем вместе обязательно. Я вам все подробно покажу и расскажу. Приходят запаянные. Артикул вам уже сказала, консистенцию смотреть не будем. Это белая такая, я помню, как бы. Я не пробовала ни крем, девчонки, ни маску. Вот это для меня новинки. Маска у нас артикул 7882. Тоже запаянная. Давайте с вами посмотрим хотя бы, как она выглядит. Мне очень интересно. Ой, она такая серо-коричневая, землистая.
Я надеюсь, она не в корку засыхает. Запах приятный. Не сильная душка. Нанесите маску на очищенную кожу. 15 минут смойте теплой водой. Ну ладно, сделаем, девчонки, масочку. Все с вами поэтапно сделаем. Посмотрим, оценим. Но я уверена, что вот эта серия равнодушной меня не оставит. И, девчонки, кремушек. Кремушек Себа Баланс. Я обожаю такие продукты, потому что моей коже просто необходим Себа Баланс. Иначе она будет блестеть невозможно. Сейчас сгоняла за заказом. Все, блещу. Сгоняла, быстрее вам отснять. Чтобы вы сегодня же увидели все новинки. Малышечка такая 40 миллилитров, девчонки. Вот такая вот малышка. Крем для уменьшения размера пор, нам говорит Фаберлик. Приходит крем у нас зафольгированный. Артикул, я вам сказала, девчонки, 78-84. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Он такой легенький-легенький, девочки, потому что на кожу уже попадает и начинает сразу таять. Вот такой он легенький. Такая же отдушка, как у маски. По коже разносим, он быстро впитывается, не оставляя никакой липкости, так же, как и маска BioGlow. И все. Будем с вами пробовать, насколько хорошо матирует. А я прям сегодня же его нанесу и похожу с ним целый день, чтобы потом уже во влоге вам точно рассказать, сколько часов кожа продержится без блеска именно с этим кремом. Девчонки, еще знакомая у меня попросила хорошую и недорогую тушь, и я, естественно, посоветовала ей Miss Curl. Это одна из моих любимейших тушей, просто обожаю, так же, как и из линейки Glam Team малиновую. У меня сейчас в использовании коричневая Miss Curl и вот эта вот Glam Team черная, которая сейчас у меня, кстати, на ресничках, которая вообще эффект накладных ресниц делает вау. Артикул 57-54, если, девчонки, ищите крутую недорогую тушь, то вам именно сюда. Причем коричневая у меня уже не засыхает, наверное, месяца 3-4. Я до сих пор ей крашусь, не разбавляла ничем, вообще огонь, девчонки, и... Не знаю, сколько она еще прослужит. Здесь силиконовая кисточка изогнута, она немножко подкручивает реснички, никаких паучьих лапок не делает, не склеивает ничего. Я вам искренне рекомендую. Она 200 с чем-то рублей со скидкой получается. Это очень низкая цена для такой крутой качественной туши, на самом деле. Ну а масочка меж тем в корку не застывает, и это, девчонки, приятно. Она такая... Хотя, скорее всего, нет, она будет, наверное, застывать на коже. Это же прошло всего несколько минут. Посмотрим, ладно, все посмотрим с вами во влоге. Ну вот и все, мои хорошие. Еще каталог у меня, конечно же, в заказе. Смотрите, какой красивый. Тут прям что-то прям вау, эффект soft matte, яркость в одно касание, какой-то блокбастер у нас прямо на обложке. Супер, вообще интересно. HD Color помада. Класс. И вот такой подарочек для новичков будет в следующем периоде. Это линеечка у нас Биомика. Мне очень нравится маска. Сливки, вот это она посередине восстанавливающая. Обновленную водичку я не пробовала, вот эту мицеллярную, но надо как-то все-таки попробовать, я думаю, ближе к зиме. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой вот заказ. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ссылочка на регистрацию всегда под видео, если хотите быть в моей команде, чтобы я была вашим наставником, да? Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Люблю, целую.